На объездной трассе седан «Капотрокол» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водителя мотоцикла госпитализировали после этого в больницу. По объездной трассе со стороны седанки движется автомобиль Nissan Тирана. За рулем автомобиля мужчина, он не спеша направляется в сторону Патрокла. Следом за Nissan Тирана движется автомобиль Toyota Harrier. На повороте в районе развязки над Орехимпром водитель Harrier'а не справляется с управлением и врезается в заднюю часть Тирана. От удара внедорожник кидает на Лера. В результате столкновения машины получают серьезные повреждения, и водители вызывают сотрудников ГИБДД. Не проходит и нескольких минут, как в Toyota Harrier на огромной скорости врезается мотоцикл Yamaha. А все очень быстро произошло. Ну, вы видели уже дальнейшее, как он влетел, водитель мотоцикла? Да что они летят, как шмели, не притормаживают даже. В результате столкновения мотоциклиста зажимает между машиной и леерными ограждениями. Пострадавшему тут же вызывают скорую помощь. Приехавшие на место медики с очевидцами достают зажатого парня из-под машины. Пострадавшему оказывают первую помощь на месте происшествия, после чего его доставляют в тысячекоечную больницу. Благодаря надетой защите мотоциклисту удалось избежать более серьезных травм. Как выяснилось позже, за рулем байка находился молодой человек 93-го года рождения.